быстрее, выше, сильнее. Впервые в Казахстане состоялись соревнования по кроссфиту. 21 августа, в день спорта, под палящим солнцем Капчагая, профессионалы и любители сошлись в жарком состязании. Здесь они и подтягивались, и штангу тягали. Кстати, с последним спортивным инвентарем, как оказалось, дружат не все. Давай, локти, не обошлось на первенстве и без скандалов. Похоже, кто-то из ребят был не согласен с решением судей. Из-за недочета баллов в ход чуть не пошли кулаки. К счастью, конфликт удалось уладить и продолжить борьбу за звание самых-самых среди кроссфитеров. Кстати, победитель получит неплохой приз – целых 500 тысяч тенге. Но, как утверждают организаторы, завоевать их не так уж и просто. В кроссфите нужно делать все. Не только нужно быть сильным, нужно быть выносливым, быстрым, реактивным. Я не знаю, нужны все качества, которые бывают в спорте, чтобы заниматься кроссфитом. Шоумен Талгат Самбай тоже не остался в стороне и решил попробовать свои силы в соревнованиях. По его признанию, он занимается кроссфитом уже больше 2 лет. И для него это настоящий наркотик. Однако сегодня в заплыве на дистанцию он все же дал слабину. Сегодня вот фишка была то, что здесь как бы мы и плавали, помимо того, что делали силовые нагрузки. И кардио нагрузки были. И вот плавание, оно такое, можно сказать, неожиданное, потому что не во всех кроссфитах есть бассейны, и это прямо чувствуется. Давно не плавал, дыхалка сбилась. И, ну, сделал все, что смог, как бы команду вытащил, можно сказать, по-своему. Ну а станут ли первые казахстанские соревнования по кроссфиту традиционными, покажет время. А пока занимайтесь спортом и любите себя.